Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Черногория прекрасна в любую погоду. Хотя сегодня на улице и пасмурно, это не помешает вам сегодня насладиться этим путешествием. Поехали. Выезжаем из Будвы. Проезжаем Святой Стефан. Проезжаем Петровец. Проезжаем Стадарское озеро, национальный парк. Проезжаем по Гольцу. Знаменица сегодня юбилей. Год назад мы заказали, что мы здесь будем праздновать ее день рождения. Мечты сбываются, так что загадывайте все, что себе хотите. Ну вот, и приехали в Бече. Здесь у нас с вами завтрак. Здесь наблюдаем каньон реки Морачи. А когда выедем? А когда выедем, оно сбудется уже. О. Прибыли в монастырь Морача. Самая большая святыня в Черногории. Грудик такой при храме. Вот кабачок, нифига себе кабачок. Сейчас прибыли в национальный парк Белградская гора. И вот оно, Белградское озеро. Сейчас мы наблюдаем каньон реки Тары. Он второй по глубине после Колорадо, его глубина от 1000 до 2300 метров. Так! О, доброе! Вау! О, вот мы на мосте Джурджевича Тара. Здесь мы гуляем по мосту, кто хочет, может пролететь на зиплайне. Едем в Жабляк. Сейчас мы прибыли в Жабляк, а вот оно и Черное озеро. Тут вот такой лес. В этом лесу должны быть грибы. Наверное, есть. В прошлый раз мы нашли. Правда, мы нашли их в торговой лавке килограммом.
А сейчас подъезжаем к этнодеревеньке Шлемы, где нас ожидает самый вкуснейший обед в Черногории. Сейчас мы проезжаем Шавник, и здесь наслаждаемся видами этих шавнических серпантинов. А вот он и Никшич. Здесь мы сделаем с вами остановочку, останавливаемся, пьем кофеечек, и здесь очень вкусные пирожные. Затем Подгорица, Удва. Приехали! Спасибо за просмотр! Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Гринеч на YouTube и смотрите другие наши видео.